рамках 55-го международного музыкального фестиваля «Мир. Эпоха. Имена» состоялось два концерта органной музыки с участием итальянского органиста Вальтера де Арканджело и российской певицы Елены Белькевич-Самчук. Организаторы фестиваля выразили благодарность пастору Евангелической лютеранской церкви Святой Марии Владимиру Проворову за возможность проведения под сводами кирхи музыкальных фестивальных мероприятий. В программе прозвучали духовные сочинения Иоганна Себастьяна Баха, шедевры французских композиторов-органистов Луиса Вьерна и Лефебюра Вилли и немецкого композитора Мендельсона. Многие произведения ульяновские зрители слышали впервые. Как объяснил органист Вальтер де Арканджело, этот репертуар подбирался под орган церкви, который небольшого размера. Когда мне показали орган, я предпочел выбрать именно эту программу, потому что все эти инструменты очень разные, и не для каждого органа подойдет какая-то определенная программа. И мы, музыканты, строим свою программу из тех характеристик, которые нам дают на орган. Это очень важно. Вальтер де Арканджело не только великолепный солист, но и прекрасный аккомпаниатор. Он имеет более 20 программ с участием голоса. Итальянский органист и российская певица впервые выступили в дуэте. Искусство аккомпанемента, это когда аккомпанирует солисту, это очень тонкое искусство, и не каждый исполнитель на органе владеет этим искусством, что подвластно маэстро Вальтеру. И я очень счастлива, что у нас такое сотрудничество, оно как немного экспромтом вышло, но результат, я думаю, вчера был хороший.